Доброе утро всем. Хожу тут уже. Я позавтракала. Время у нас уже 11 час. Сегодня себе омлет делала. Что-то мне захотелось. Сейчас хожу, чай пью. Вот что-то опять плохо спала. И состояние такое, вроде как спать хочется. А с другой стороны, не хочется. Сейчас еще одна подружка позвонила. Вот. Мы же с одной подружкой договорились ехать в Гранаду, в Неваду. Торговый центр. Сейчас другая подружка звонит. Она более подружка с той. Говорит, вы собрались это, можно я с вами езжу? Да мне какая разница? Я что ли на себе везу? Нет, конечно. Говорю, поехали. Вот так что, видите, собираемся. Девчонки на выгул идет. Она говорит, денег много нету. Я говорю, ты думаешь, у меня что ли есть? Говорю, хоть так это, пробздеться. Да посмотреть, что да почем, да как люди живут. У меня там машинка стирается. Постирала маску свою. Сейчас понимаю, что у меня дома ни одной нету. Мне нужно кое-куда сходить по делам. Вот. Чеснок купить. Хотя можно потом чеснок сделать. Не знаю, в общем. Угу. Но дела надо сделать. У меня в машине маска одна есть. Вот надо в машину сходить. Да? Привет, привет, Чучи. А может быть там как раз рядом магазин для этих. У Чучи еды почти совсем не осталось. Там чуть-чуть, а жрет он как поросенок. Да, про тебя говорю. Надо ему бассейн поменять. Так что вот такие вот тут у нас... Ой, я перед вами, наверное, знаете, начала краситься. Вот, начала краситься, а потом это... Машинка там запищала. Потом это девчонка позвонила, и вот так у меня вот этот глаз полудоделанный. Ой, не могу. Да, а, вот что, с Чарли еще надо погулять. Я же с ним не гуляла. Ой, Маруся, Маруся, раз, два, три, колына чернявая. Ну да. Пойду докрашиваться. Какая жарища, друзья. Бумажная волокита и бюрократия так... уматывает. В общем, я небольшой подарок отправила моим крестникам. Вот. На имя брата, да? Написала все на бумаге. Что как надо. Дала ему... Ну, где отправляем деньги. Дала ему мужчине там все как надо. Он меня 15 раз спросил. Все правильно записал, все правильно. Выхожу с Чарли в парк, гуляю. Думаю, дай посмотрю. Не имя! Никуда отправить. Ничего неправильно. В Новосибирскую какую-то область отправил. Ну, это твою мать. У нас фамилия самая легкая на свете. Илин. Мы Ильины. Так они ее даже эти 4-5 букв пытают и сковеркают. Вы представляете? Он написал такую фамилию, что ее даже выговорить невозможно. Твою дивизию. А пошла обратно по этой жаре. К нему говорю, ты куда мне, говорю, деньги отправил? Он такой, а что? Я говорю, я же тебе бумажку дала специально, чтобы ты мне написал. А вы знаете, потом в России там придираются к каждой буковке, каждой этой придираются, и потом надо будет тоже ходить разбираться. В общем, это не только здесь коверку, там начинают придираться. Поэтому тоже написать. Я уже говорю про то, дай мне, говорю, паспортные данные из загранпаспорта, чтобы я тебе написала имя, как вот в загранпаспорте написано. И так они умудрились ее как-то переделать. Ну, это кошмар какой-то. Ой, так что вот. Я говорю, ты знаешь, где Новосибирская область находится? В Куево-Кукуево. Вообще, говорю, туда... Ой, я не могу. Я говорю, бумажку тебе зачем дала? Ой. В общем, да. Кстати, вот моя комментария. Где моя кала фиолетовая? Вот она стоит. Прекрасно. Больше почему-то не вылезли. Они такие длинные. Такие вообще. Ну, вот новые еще растут. Не знаю. Вот одна есть. Все, больше нету. Ладно, сейчас полежу немного. Успокоюсь и остыну. Жара. Вообще, трындец. Ну, небольшой ветерок дует, смотрите, видите? Еще вот я выбираю, не знаю, что надеть на шопинг. Нужно на шопинг надевать что-то, либо платье, чтобы его, знаете, мерить. Раз, снял и все. И обязательно удобная обувь. Но у меня нет платьев. Нет платья. Какое вот... Хотя, может, знаете, какое?
Вот эта джинсовая, то она очень легкая. Точно, я его, наверное, надену. Очень легкая. И сейчас покажу. Очень легкая. И такое вот летнее и классное. Вот я, наверное, его и надену. Угу. Мангу. Еще так смешно, я ему, как мужчине, говорю: ты куда? Я, наверное, так ему сказала, да, говорю: ты куда мне, говорю, отправил деньги? Он, наверное, испугался моего напора. И потом такое на меня смотрит. Вот, я говорю: нет, моя фамилия, говорю, у брата такая же фамилия, как и у меня. Смотри, одинаковая. А нужно ему свою карточку давать, ну, чтобы адрес и туда, и туда. Он на меня: ну, это же не будет между нами проблемы никакой. Я говорю: конечно, не будет между нами. Какая будет проблема? Я говорю: мне надо... Я говорю: тебя достану, говорю, от меня не скроешься. Я говорю: вот там проблема, да, вот, в России. Потому что, говорю, там из-за одной буквы. Он такой: ну, что, мы же не поругаемся, между нами не будет никакой проблемы. Мне его даже жалко стало, я, наверное, на него так наехала. А еще в маске и мимики не видно, и в очках непонятно, ругается человек, смеется, но я смехом так, знаете, он, наверное, подумал, я на него наезжаю, вот, блин, прикол. Вообще, в такую жару есть ничего неохота. Я хотела делать себе эти, ой, мне надо пойду, я знаете, что делать? Вот все наши пироги, все стоит, ничего не естся, все это пойдет на выброс, такие едаки. Чё толстый, не пойму. Закваску достала. Сегодня буду хлеб месить. Вот, как хочу опару сделать. Оксана, по-моему, моя тёзка, моя подписчица, которая мне дает много советов, сказала, что вот можно сделать опару, чтобы она постояла, и потом замесить тесто. Я вот сейчас как раз на пару часиков опару сделаю, а потом замешу тесто. И вот пока я буду шляться по центру коммерческому, хлеб у меня придет, подойдет. А когда я приеду, я уже готовлю его. Да? Да. Смотрите, у меня вся закваска ушла. Короче, вот, вот здесь, в этой банке, она не целая. 5-6 ложек, 4-5 ложки, вот их все надо на хлеб. Я хочу сделать теперь закваску, вот от этой вот оставлю. Вот от этой. Сейчас отсоединю в эту банку, ну, помою, естественно. И хочу свою заправу закваску сделать. Но у меня бабушка всегда оставляла от вот хлебов закваску. Вот. Я думаю, что получится. Ну, не получится, новую сделаю. Ой, пахнет, знаете, чем? Квасом. Таким вот деревенским. Так, вот пускай она у меня пару часиков стоит. Квасится. А сюда добавила мяту. Ой, все время забываю вот это вот. Это вот как вот именно в бородинском хлебе. И вот думаю, какую бы еще сюда забабахать пряность. Не знаю. Что можно в хлеб еще закинуть? Даже не знаю. Какие-нибудь семена. Даже не знаю. Ну ладно. Будем так. Это я уже вот смесь намешала, чтобы потом просто добавить и перемешать все. И будет у меня свой хлебушек. У меня еще есть там кусок. Видите, мне надолго хватает. Наверное, этого хватило на 3 недели, наверное, вот так как-то. Хочу еще, знаете что, посмотреть форму. Я тут полуголая хожу. Но вам же все равно не видно, правильно? Вот, я хочу форму для хлеба посмотреть. Потому что это у меня какая форма есть. Она хорошая, все дела. Вот такая вот силиконовая. Но она для этого хлеба маленькая. А если на 2 хлеба разделить, то они хлеба тогда маленькие будут. В общем, нужно какую-то круглую хочу. В общем, посмотрю сегодня. Так вот, хлебушек. Мне нравится печь хлеб, знаете. Вообще люблю готовить. Не знаю, как можно не любить готовить. Особенно, когда вкусно пахнет. Друзья, мой аутфит на сегодня. Шортики. Не зря я вчера ноги брила. Мои сандали. В общем, вот так. Едем, едем. У меня там замешивается тесто. И все. И выхожу. Масочка взяла.
Это водички надо с собой взять. На телефон буду снимать, естественно. Кстати, телефон взять надо. Встретимся с вами в торговом центре. Кстати, небольшая предыстория. Куда я еду и зачем? Недели 2-3 назад у меня муж говорит. Вернее, не говорит, а начинает ныть. Мне нужен новый телефон. Этот выключается, не включается, когда надо, когда не надо. А у нас как? Если он говорит, ему нужен быть новый телефон, то покупаю я себе новый, а ему отдаю свой. Ну, где-то моему телефону всегда 2 года. Так вот, он все ноет и ноет. И я сейчас еду за новым телефоном. Не знаю, какой выбрать. У меня всегда Самсунги были. Но что-то они мне поднадоели немного. Вот. Поэтому, в общем, увидите сами. Чупа-чупа. Боже, какая жара здесь. Чупа-чупа, какой телефон выберу себе. Ну вот, еду за телефоном. Вчера смеюсь, говорю, последний день с моим телефоном. А, говорю, завтра у тебя будет новый телефон. Ой, он смеется, смех и грех. Кондерчик надо включить. Вот, он говорит, ага, новый. Так что вот так вот. Завтра, ну, сегодня, ну, там, мне, знаете, все, как это не нравится, что. Потом всю информацию вот эту вот переносить в один телефон, в другой телефон. Это такая головоломка. Ну, ладно, посмотрим. Так, вот я хочу посмотреть Xiaomi. В общем, я выбираю вот этот или вот этот. Мне продавец сказал, что особой разницы нету, разница только 100 евро. Вот так и прикольный телефон. Я почему-то хочу вот именно вот этот. Не, ну я сейчас пойду в другие магазины посмотрю, потому что я так не люблю покупать, прям вот зашел, купи, увидел, победил. Нет, мне нужно выбирать. Так они все одинаковые, по-моему. Смотрела, а телефона-то и нет у них такого. Вообще, почему такая заподлянка? Либо во вторник завтра, либо в четверг привезут. Ну, тут еще магазинов много. Так мне телефон понравился, интересненький такой. Сейчас еще посмотрю. Он еще и со скидкой. Зашла в другой магазин, и все-таки я его приобрела. Сейчас мне его всю информацию принесут, и все, у меня есть новый телефон. Кстати, здесь он мне даже вышел дешевле, представляете, потому что я сделала с партнером. Партнер стоит 2 евро 2 года, а скидка была что-то около 30 евро. Выгодно все-таки, поэтому... И я сделала так, чтобы мне они всю информацию из этого телефона принесли на другую, чтобы мне самой не мучиться. В общем, все, что мне не нравится, они мне сделают сами. Так что... Такой большой магазин. А еще мне подарили страховку на месяц. Так что замечательно. Потом вам дома покажу. Распаковку не буду делать, потому что они уже мне его распаковывают сейчас. Кстати, это новый уже телефон. Я где-то час мучилась. А сейчас стою в маленьком. Вернее, не я мучилась, а парень, который мне все это делал, информацию переносила. Сейчас я стою в очереди в примарк. Представляете, очередь какая огромная. Посмотрим, что тут из этого выйдет. Присмотрела себе юбку. Теперь не знаю, какую-нибудь. Закрытый примерочный. Мерить нельзя. Интересное платьишко. И вот к юбке ищу верх какой-нибудь. А это я. Что снимаю, не знаю. Тоже интересный такой. Летнее легкое платьишко. Походу, я здесь только одну юбку возьму.
знаете, как мне скучно. Я не помню ни одного. Блин, у меня тут пакет висит этого кода, чтобы зайти в Инстаграм, еще куда-то. В общем, трындец. Вообще, как он записывает? Так, как записывает? Надо сейчас разобраться. Мы тут с девчонками хотим кофе попить. А что, закрыто? Морда лопаста закрыта? Или открыто? Не, закрыто. У меня все... А, да, закрыто. Ой, где бы нам кофе попить? Ну, пойдемте вон в то итальянское-то попьем. Тут Макдональдс, KFC. Ну, пойдемте, давайте, короче, давайте. Идите. Туда, вон. Что-нибудь итальянское поедим. Попробуем. Че, трясется, не трясется, не пойму ничего. Фонтанчики разные. Мы тут опять присели. Кофе, тортик. Аню там обделили, она все возмущается. Полторы части. 30%. Говорит, тортик маленький. Она не хотела, ей принесли маленький. Она им тут все разлила, сама вытерлась. Давай, ну-ка, расскажи нам, скажи. Нам очень понравился. А мне вот тарелка тоже. Да, мой, конечно, не сравнится, но все-таки. Я тут смотрю форму, смотрите, вроде... Я думала, оно из этого, как это называется, сталь. А это вот... какая-то штука. Так прикольная была бы, да, для хлеба. Это глина, во. Глина. Там какие-то кастрюльки. А может и годится, знаете, для хлеба. 10 евро стоит. 10 евро стоит такой для хлеба. Но мне кажется, он тоже маленький какой-то. Даже не знаю. Ой, такие вот какие-то либо совсем маленькие, либо совсем вот огромные. Вот такие вот. Ну нет, ничего нету. Тут вот есть вот такие еще, но это совсем не то. Там сковородки, кстати, блинные есть. Совсем не то. Больше, наверное, ничего нет такое. Даже не знаю. Блин, музыка еще орёт. Это я своим новым телефоном совсем не разобралась с ним, но видео умею снимать, наверное. Ой, ладно. Буду смотреть, что-то здесь не очень. И кружки я не могу найти. Вот это вот, который... Такая вот сеялка, кружка-сеялка. Что-то тоже ее нету. Да. Такие. Что-то помню, раньше была здесь кружка, а сейчас что-то нету. Только зашла домой, смотрите. У меня хлеб хочет убежать. О! Вот это да! Вот это он поднялся. Сейчас я его на расстойку поставлю на пару часиков еще в эту форму. Да ты мое счастье. Да, мама вернулась, да. Да скажи, мам, ну где ты шлялась? Да, да. Ай, мое счастье. Все, все, все. Мама никуда не уйдет. Пойду переодеваться. В общем, что купила? Вот четверть трусов купила в этот, в Тессенис. Как он называется, не знаю. Вот смотрите, они хэбэшные. Я очень люблю такие хэбэшные труселя. Но без шва. Вот, там было, значит, предложение, или как там его, четверо за 10 евро. А так они вот стоят, видите, по 5 евро. Вот такие цвета. Вот это я, высокий под платье. Самое оно. Классный цвет такой. Вот этот и вот голубой. В общем, классные труселя, которые отправляются... в стирку. Сейчас этикетки отберу. Ой, не знаю, что наснимала, куда наснимала, как монтировать буду. Голова кругом. Хоть мне там, сейчас мне нужно все эти, все коды вставлять. Ой, блин, это вообще, вот поэтому я не люблю телефоны менять. Вот он мой дорогой. В общем, Hyundai. Все уже. Это, значит, телефон у меня Xiaomi Mi Note 10. Если я не ошибаюсь. Сейчас я вам покажу.
покажу, все расскажу. Голова кругом вообще. Смотрите, самое интересное. Мне чехольчик вот этот надели там. Я даже не знала, что там чехольчик. А что ты так блестишь? Ой, блестит. Он с этим, с пальчиками. С пальчиками. Ой, а что это? А, он, наверное, пальчик ищет. Или что? Wi-Fi включился. А как он может у меня включаться Wi-Fi, если там же код надо вставлять? А, эй, палец вот этот. А да еще тут определенный палец, чтоб был. Где не хухры-мухры. Нет. А что, он код знает? Откуда он знает код? В общем, ладно, неважно. Это сейчас будем разбираться. Это, блин, целый вечер. Мне надо будет разбираться. А то и ночь. В общем, своим телефоном я разобралась. И мне предстоит разбираться еще с телефоном мужа. Моим старым телефоном. Мне его там уже сделали парень, который со мной, ну, перекачивал всю информацию в этот. Он мне тот сделал сразу как с фабричными настройками. То есть удалил все мои информацию. Кстати, сейчас, блин, скачивала, искала из моих видео в интернете, доставала оттуда, потому что... В общем, жесть, короче. Поэтому я не люблю менять телефоны, потому что все это потом головокружение такое. Вот. Так что пишите в комментариях, как вам там видео. Нормально, ненормально, трясется, не трясется. Обещали, что сильно трястись не будут в видео. Вот. Так что потихоньку разбираюсь, привыкну. Но мне пока нравится. Еще, конечно, я нифига ничего не... Как, видео не разобралась, только основные такие функции. Ну, в общем, да. Пойду сейчас в душ. У меня тут такое, смотрите, там пакеты, тут так, коробки какие-то, непонятно что. Там Чарли отдыхает. Он требовал к себе моего внимания, но мое внимание было сегодня не к нему. У нас уже темнеет. Пойду сейчас в душ. Пока все это будет сохраняться, видео. Надо его сначала, правда, смонтировать. Мне еще там хлеб ждет. А завтра работа, друзья. Так что все. Всего самого лучшего. Встретимся с вами завтра на работе. И всем пока-пока.